Всем доброе утро! Сегодня у нас пятница, 19 января. Мы дома, погода у нас, ну, сейчас уже более-менее такая солнечная, можно сказать. Ну, а так, вообще, со вчерашнего дня у нас очень сильный ветер, порывистый, прям порывистый ветер, сильный дождь, ливень, прям, ну, сегодня немножечко, уже сейчас, после обеда, сейчас где-то, наверное, часов, ну, как после обеда, приближается время к обеду, время 10 часов, да, мы рано просыпаемся, поэтому я уже много дел попеределала, поэтому мне кажется, что мы уже ближимся к обеду, но всего лишь у нас 10 часов времени утра. Я здесь немножечко дом привожу в порядок, на кухне уже почти что у меня идеальный порядок, здесь только осталось это вот каша, еда для собаки делала, там говядина и курица. Вот, и я добавила рис, это то, что я вчера делала, курицу с картошкой в духовке, достала уже тоже грудинку, не знаю еще, что буду готовить на обед, но что-то придумаю, у меня, наверное, буду делать грудинку в соусе чили сладком, вот, и у меня есть, вот, я показывала, мы пока, когда были в супермаркете большом, я покупала тортии, и буду это все туда заворачивать с овощами, наверное, так, а вот в духовке у меня пирог делается, да, пирог творожный с малиной, он у меня розового цвета, очень красивого, не знаю, что получится, я не брала какого-то там рецепта, не было времени заходить на YouTube или где-нибудь там в угол искать какой-нибудь рецепт творожный, короче, что было под рукой, то запихала в этот торт, все перемешала. Вот, ну посмотрим, что получится. Ну, вроде очень даже хорошо поднялся. А выпекаю торт в новой формочке, которую я купила под кексов. Ну, посмотрим, что будет. И здесь уже стоит мой друг, как всегда, каждодневный мой друг, с которым у меня всегда постоянно встреча, 24 часа в сутки, это ведро, швабра. Вот сейчас буду убирать, чистить ковер. У нас вчера были гости, сидели все, кушали, пили чай, грызли семечки, орешки и так далее. Вот поэтому ковер у нас в очень ужасном состоянии, да не только ковер, и сами полы. Вот поэтому сейчас буду убирать дома. Пацаны сегодня в школу не пошли, потому что погода была ужасная, поговорили с учительницей, и учительница сказала, что очень мало пришло детей в школу, вот поэтому мы решили уже остаться сегодня дома, вот, и ладно, буду заниматься, продолжать делать домашние дела, убирать. Потому что в 3 часа я работаю, мне работу никто не отменяет, муж тоже на работе, но муж придет уже в час, в полвторого должен быть дома, потому что пятница у нас короткий день, вот, а я в 3 часа иду на работу и до 9:30. Надеюсь, что погода будет сносная, вот, и меня с магазином не снесет. Рами, как всегда, на своем посту. Вставать будешь? Вставать будешь? Собираешься вставать? Нет? Та-дам! Мы все-таки это и сделали. Этот тренажер все-таки заставил мужа, он затащил мне его вовнутрь. И вот надеюсь, что сегодня я позанимаюсь хотя бы полчасика, хотя бы 20 минут. Но прежде всего, мне, конечно, нужно доделать все свои дела дома.
Вот, а потом я все-таки надеюсь, что 20 часов... Ой, 20 часов, господи, 20 часов. Да, если бы я позанималась 20 часов, я бы, наверное, похудела сразу на 10 килограмм. Вот, ну, хотя бы 20 минут надо позаниматься. Поэтому нужно быстренько-быстренько сейчас убираться, позаниматься и делать обед. А Даниэльчик сидит, смотрит Том и Джерри. Обожаю, обожаю этот мультик. Готова смотреть его 24 часа в сутки. Ну, вроде почистила ковер, так более-менее, конечно, ковер ужасно, нужно менять. И нам нельзя покупать светлые ковры, светлые диваны, нам вообще нельзя покупать ничего светлого, потому что у нас всегда полный дом людей, как говорится, вот, поэтому в Израиле, когда заходят домой, никто не разувается, вот, русские люди, конечно, разуваются, и то нет, поэтому израильтяне вообще не разбиваются вот дома, ну, вот так вот. Поэтому нам вот этот ковер, мне очень хочется уже куда-нибудь так на свалочку в мусорное ведро выкинуть и купить что-то такое, не знаю, однотонное и потемней. Потемней, потому что светлое, как я сказала уже, нам не подходит. Кондиционер сейчас только что выключил, он работает, у нас работал с 7 часов утра, и начало такое вот чувство сухости уже, потому что кондиционер очень-очень сильно сушит воздух. Вот столько грязи у меня было на ковре. Сейчас мама скажет, вот, показывает грязь. Ну что делать? Что делать? Грязь тоже нужно показывать. Не все, как говорится, красиво и солнечно в нашем мире. Вот, да? Иногда нужно снимать розовые очки и смотреть реальности в глаза. Ну ладно. Ладно, буду продолжать убирать. Вот такой вот кексик творожный у меня получилось. Это действительно очень вкусно, красиво. Так что я собой довольна и, слава богу, не перевела просто так продукта. Действительно получилось очень вкусно. Вот, и даже красивенько, очень довольна этой формой. Не такой он розоватого цвета, потому что малину я перемолола на миксер, на блендере, вот, вместе с творогом. Ну, я довольна. Дома тоже чисто, я все убрала уже, все закончила уборочку, даже сделала упражнение немножечко. Ну, я не могу сказать, что 20 минут, но где-то минут 10-15, где-то так точно. Вот, и сейчас уже достала грудинку, она практически у меня разморозилась. Ну, не буду ждать до полной кондиции, пока она разморозится, потому что я люблю резать именно грудинку и мясо вообще какое-либо, когда еще она немного заморожена. Так она намного проще и легче режется. Вот. И буду готовить грудинку к обеду, и буду делать готовить обед. У нас уже 20 минут первого, в 3 часа мне на работу, поэтому мне нужно обед приготовить, накормить всех, взять с собой тормозок обязательно, вот, и буду отправлять на работу. Итак, пришло время обеда, я уже начала готовить, включила гриль. Она уже нагрелась. Здесь я приготовила, что я буду ложить вовнутрь, в лаваш, тортилья, или как вам угодно называете это. Это огурец, помидоры, это мелко порезанная капуста, добавила майонез и чеснок. Сейчас это все перемешаю. Вот, и здесь у меня уже готова курочка, мелко порезанная, грудинка, и с добавлением немного соли и соуса. Соуса чили сладкого. Вот. Ну, собственно говоря, и приступаем. Так, изначально я кладу немножечко сюда повыше. Как заворачивать вы будете этот лаваш, как бы вы уже должны сами продумывать, я не знаю. Я когда как мне удобно, чтобы ничего там оттуда не вываливалось. Вот. Так, в принципе, никакой закономерности по этому поводу нету. Как лучше там все держится, как лучше там все лежит. Вот. Так и делайте, как вам удобно. Много, конечно, не нужно продуктов, ни овощей, ни мяса, иначе потом это все будет вываливаться. У меня вот кружочек не очень такой большой, вот. И заворачиваю. Я сейчас заворачиваю типа как конвертик, как деток маленьких заворачивают, знаете, в пеленку. Вот этот край и вот этот край. И потом кладу это все вот таким макаром в гриль. Зажимаю это все. И тогда это никуда ничего не вывалится. Ну все, я буду продолжать дальше, потому что времени уже нету. На часах 2:30, даже чуть-чуть больше. Мне нужно делать им обед.
также сама перекусить, взять что-нибудь с собой, перекусить на работу, вот, и одеваться и бежать. И сейчас у нас был дождь с градом, но сейчас вроде как дождик. Так что, не знаю, надеюсь, что в то время, когда мне нужно будет идти на работу, никаких таких аномальных явлений в природе не будет. Вот такие вот конвертики, собственно говоря, получаются, но, по крайней мере, у меня, не знаю, может быть, вы как-нибудь сообразите и завернете их более интереснее, более красивее и аккуратнее. Вот, но у меня получается так, как мы говорим, как у нас в семье говорят, не главное вид, главное вкус и содержание, так что это очень вкусно, попробуйте. Иду на работу с опозданием, конечно. Сделала себе вот в такой термостаканчик чай горячий зеленый и взяла с собой на работу салат. Вот, на улице холодно, ветер, но дождя нету. Я уже на работе, сижу, попиваю чаек. Кстати, этот стакан очень хорошо, стакан термос очень хорошо сохраняет тепло. То есть я уже нахожусь в магазине около даже больше получаса, вот, и прошла на улице. На улице довольно-таки холодно, вот, и чай, как будто сейчас его сделали, очень такой горячий-горячий прям. Вот. Ну и так как я на работе, я уже буду, наверное, с вами прощаться, потому что я и так не люблю снимать вот эти дни будничные, суета-сует. Я не люблю это все снимать, потому что это скучно, это неинтересно, ну, на мой взгляд. Вот, поэтому, если на работе там есть еще какая-то, то есть не на работе, а если дома есть еще более-менее какая-то движуха, то есть там обед, уборка, дети и так далее, то на работе... На работе это работа, вот, и нечего показывать, нечего рассказывать, поэтому на этом я буду прощаться и монтировать буду влог.